Приветствую, дорогие друзья, подписчики, зрители моего канала. В комментариях очень много поступало просьб. Люди ссылались на то, что рецепты у меня недоступные, дорогие, долгоиграющие и недоступных продуктов. И я решил самый простой рецепт для вас. Быстрый, на скорую руку, снять самый дешевый, в то же время очень вкусный. Это салат из консервированной фасоли. Для данного салата нам понадобится обычная красная консервированная фасоль. В баночках производителя вы можете выбрать любого, который вам понравится. Я не буду называть производителей, которых я брал. Обычный майонез я беру сметанковый, опять же производитель. Это на ваше усмотрение. Лук репчатый, соль и перец. Салат делается элементарно. Открываете баночку консервированной фасоли, сливаете с нее сок, высыпаете фасоль в миску. Добавляем туда мелким кубиком лук. Нам достаточно на одну баночку четверть луковицы. Соль и перец добавляем по вкусу. И столовую ложку майонеза. Все тщательно перемешиваем. И наш салат из красной консервированной фасоли готов. На все занимает 5 минут времени. В то же время он сытный. Для спортсменов, кто набирает массу, очень даже подойдет. Этот рецепт у нас появился как-то в походе с утра, когда было лень что-то готовить, какое-то длинное блюдо. Просто оказалось под рукой фасоль, майонез и лук замешали, и оказалось очень вкусно. А я попробую и вспомню те приятные деньки, проведенные нами в походах на природе. Вот вроде ничего сверхъестественного, но в то же время настолько вкусно сбалансировано все. Фасоль сама по себе очень сытный продукт. Многие его недооценивают, потому что сырую фасоль нужно долго замачивать, прежде чем приготовить. А консервированную, вот вам, пожалуйста, быстрый салат, очень вкусный. Съем еще, наверное. Просто невозможно оторваться. Я обычно, когда мне лень, готовлю и баночку вот просто за один присест съедаю. Себестоимость данного блюда, я взял фасоль, там была на нее скидка, 49 рублей баночка фасоли, ну, ложка майонеза, это ни о чем, и четвертинка луковицы, соль, перец. Вот, вся стоимость блюда, наверное, обойдется в 50 рублей. Порадуйте себя, порадуйте своих близких. Это когда вы прибегаете откуда-то с работы, и вам некогда готовить. Взяли быстренько, раз-раз, и у вас уже салат на столе. На этом хочу с вами попрощаться. До скорых встреч, мои дорогие. Пишите свои отчеты, что из приготовленных моих рецептов вам больше всего понравилось. Я буду рад прочитать ваши комментарии и ответить на них. Всего доброго, до свидания, до скорых встреч.